И, естественно, в такой казнократской стране, как наша, мы должны выказывать им всяческое неуважение. То есть, если у вас есть знакомый фискал, человек, который работает в налоговой полиции, в таможне, или работает в налоговом органе, выказывайте ему неуважение. То есть, они занимаются порочной практикой сбора налогов с нищих людей в нищей стране, мешая развиваться бизнесу в том числе. Почему, я объясню. Потому что в нашей стране налоги платить невозможно. И никто их не может. И я приведу вам исторический пример, когда даже очень положительная деятельность одного из ученых, основателя химии, потому что, оказывается, основателем химии считается человек, который был откупщиком во Франции. То есть он занимался откупом налоговых обязательств и потом платил государству. То есть государству он платил какую-то сумму, а потом рассчитывал и собирал это уже сограждан Франции. Так вот, Лувуазье был очень интересным человеком, был весьма богат в связи с тем, что он занимался налоговой инспекцией. То есть, как налоговик, ну и как наши налоговики, они очень богаты. Но он был положительный человек в том плане, что он был основателем, открыл очень много элементов. Это была французская революция, и у него даже была одна стычка с Маратом. Марат предложил на одном из, у него было одно из предложений применять огонь там где-то в канализациях. Но была забракована как раз этим человеком Лувуазье. Но, как известно, Марат потом пришел в революцию уже победителем, и он начал казнить всех подряд. Нет достоверных данных, что Марат казнил именно Лувуазье, но есть достоверные данные, что этот 50-летний человек, ученый, светоч науки того времени, был казнен исключительно за то, что он был фискалом. Потому что тогда было арестовано где-то 1200-1300 фискалов, вот этих откупщиков, их судили, оправдали примерно 25%. Но вот там, где была группа больше с Лувуазье, их всех казнили. Как видите, даже открытия великие не позволяли им сохранить жизнь. Их убивали во время революции или после революции, когда менялась доктрина государства. Вот, когда мы говорим о том, что наше государство не прошло еще горнило революции, потому что должны быть пострадавшие. Должно быть пострадавшим целое сословие. Вот как пострадали в свое время в 91-м году, когда отменили коммунистическую партию. Вдумайтесь, в Компартии находилось тогда членов 18 миллионов в Советском Союзе. И вдруг отменяют саму коммунистическую партию, вешают замок на эти амбарные, на все эти дела, и отменяют ее. И вот как показывает история, что пока не будет пострадавших, нет революции. Вот как пострадал Лувуазье. Кстати, был очень интересный человек, в какой-то степени опорочности говорит о том, что он женился в свое время на 14-летней девочке своего босса, от чего разбогател еще больше. Но, как говорится, их любовь была еще больше в результате этого. И они занимались вместе наукой, в том числе и химией. Сделали очень много открытий совместно. Она ему помогала. Это была действительно сердечная привязанность к этой девочке. Они прожили долгую жизнь до его казни. Вот. И даже дни, когда они имели возможность заниматься полностью химией, это были обычно субботние и воскресные дни. И они называли эти дни «jour de jour» – «счастливые дни». Вот. Но я говорю о том, что даже такие прекрасные рассказы о фискале, которым был Лувуазье, не умаляют того, что общество ненавидит фискалов. В какой-то степени мы сейчас должны переходить к тому, что мы должны и ненавидеть государство, которое нас обворовывает, и ненавидеть тех людей, которые возглавляют государство. И, конечно же, самых ярких представителей, с которыми мы сталкиваемся, это налоговики и таможники, которые доставляют наибольшее количество неприятностей нашим согражданам. Ну и, конечно же, являются все коррупционными. Потому что вы не найдете на сегодняшний день... Ну, наверное, есть какие-то служащие, которые не могут взять взятку там среди налоговиков. Там, я знаю, там очень много мучающихся женщин работает, которые сами ничего не понимают, их что-то заставляют делать. Органы раздуты очень сильно. Но мы говорим сейчас о главных фискалах. И насколько противны их лица для нас, и насколько лживы их лица, это можно видеть по лицу Насирова. Есть такой фискал главный у нас, который вот в какой-то степени способствует разорению наших граждан. Мы вот даже с партией столкнулись с тем, что нас заставляют очень много отчитываться за даже сданные взносы. При этом сделано законодательство партийное так, что мы практически ничего не можем делать. И даже вот узнали о том, что мы не можем даже свою символику продавать. Вот если
в прошлом законе было, что мы могли продавать символику, и это было доход партии, могли учреждать свои газеты, продавать газеты и на этом зарабатывать, то сейчас все это убрали из закона и заставляют только отчитываться. Единственная помощь от государства, что государство написало почти в начале, что оно гарантирует финансирование политических партий и равенство возможностей. И при этом изъяло все возможности хоть как-то находить деньги. Есть только взносы, вот, которые вы платите 1500 гривен, и все, то, что мы можем. Ну и можно там 500, ограничено 500, по-моему, тысяч гривен, можно от одного человека в месяц принять, и 1 000 000 от юридического лица. При этом это все будет обставлено таким количеством отчетов за то, что мы получили эти деньги, при постоянной угрозе лишиться вот безналогового лица, как мы сейчас являемся, вот это все мешает нам работать. Но, тем не менее, мы будем продолжать, потому что для нас сейчас самое главное – это пропаганда идеи системы 5-10. И когда меня спрашивают, почему 5-10, я в очередной раз отвечу: во-первых, это название партии. Партия 5-10 называется. Второе – вся налоговая инструкция написана на знамени. И третье – мы сами загнали себя в этот коридор, чтобы не было двоечтения. Потому что вы сейчас, если посмотрите, сейчас тоже большинство в парламенте за снижение налогового пресса. А где начинается это снижение налогового пресса, они не говорят. Поэтому, по сути, их реформы никогда не будут осуществлены, потому что нет конечного этапа. На самом деле, система 5-10 ограничивает серьезно государство и устраняет вот этих фискалов. То, чем мы будем заниматься. Ну, а сегодня мы обсудим, какие у нас вопросы произошли за неделю, или как, за один день. У нас теперь за один день происходит больше, чем вчера за неделю. Во всяком случае, средства массовой информации выбрасывают на нас столько ненужного мусора, что вот людей сейчас надо раззомбировать. Вот сейчас начали обсуждать серьезно бюджет. Причем обсуждают его уже все телеканалы, задают вопросы депутатам, спрашивают у телезрителей. А самое интересное, что ни депутаты, ни телезрители понять не имеют, что это такое. Но при этом все рьяно обсуждают. Но вот наша рекомендация в том, что не обсуждайте то, на что вы не влияете. Не обсуждайте то, что вы не понимаете. Не обсуждайте то, что не связано с вашей жизнью. Вот это самая главная рекомендация. А на сегодняшний день партия 5-10 признает любой бюджет, который принимается в Украине в гривнах, обманным. Потому что если они посчитали все в гривнах, то это уже неправильно. Потому что искажается курс доллара. Меняется доходность. В общем, меняется все в государстве, поэтому фиксировать в гривнах просто нельзя. А в долларах они зафиксировать не могут, потому что тогда простое деление там, на 25, на 26 покажет, как мал наш бюджет. Вот на сегодняшний день, по моим оценкам, он примерно 80 миллиардов долларов. Не бюджет, а ВВП. Отсюда бюджет еще меньше. То есть наш бюджет сопоставим сегодня примерно с бюджетом Гарварда. Да, Гарварда. В Гарварде бюджет составляет годовой 36 миллиардов. Тот, которым они распоряжаются, тот, который они гранты выделяют, тот, что выделяется на науку, на обучение, на студентов, вот 36 миллиардов. Когда мы говорим, что нам в Украине надо удержать ученых, мы должны понимать, с чем мы сталкиваемся. Когда один университет в Америке обладает такой притягательной силой, что он затягивает в себя не только деньги, но и всех ученых. Потому что там могут дать профессору. И мне вот интересно, сын рассказал, что у них с профессорами заключается договор. Если весомый профессор, каждый университет старается затянуть его на свою территорию. И вот они затягивают на свою территорию профессора, с ним заключается договор, что университет не имеет права его уволить. То есть у него гарантированная пожизненная должность. Да. И он может ничего не делать, ничего уже не открывать. Он может просто болтаться, где-то там не приходить на лекцию, но университет не имеет права лишить его дохода и уволить. Вот такие вот немыслимые гарантии даются мозгам там, в США, в этих университетах. Вот при такая этом, идет борьба за... При этом им хорошо платят постоянно. Ну, я уже о зарплате не говорю. Мне сказали, сколько получает вот зарплата в Тампе университета Южной Флориды. Сколько? Ректор получает, это кроме того, что она учредитель нескольких компаний,
Кроме того, что она является там, распорядителем каких-то фондов финансовых, 500 тысяч в год – это ее чистая зарплата. 500 тысяч долларов в год. А у президента США сколько? 250, по-моему. Тысяч, да. То есть сопоставимо. Можно жить. Женщина интересная, я только видел ее на трибуне, как она выступает, но я представил себе, вот какими финансами они распоряжаются. Тот же самый университет Южной Флориды ежегодно распределяет 460 миллионов грантов. То есть на научные исследования, на вот эти группы, на лаборатории. 460 миллионов. То есть когда мы сталкиваемся с такими цифрами, нам становится более понятно вообще, что такое Америка и с чем мы сталкиваемся. И почему они так взвешенно и озабоченно следят за нами, как за муравьями. Что там в Украине? Что там муравьи? Вот сегодня вождь муравьев посетил Америку. С муравьем поприветствовалась Клинтон. Это очень радостное событие для нас. Но на самом деле, я думаю, что было? Какая встреча? Представляю себе, что Клинтон сказали, сейчас приедет вот какой-то мужик с Украины. Он называется президентом. Он будет немножко помят, но не обращайте внимания, просто поздоровайтесь с ним, что-нибудь приветственно скажите, и на этом все. Потому что время там дорого, у нее сейчас избирательная кампания, плюс здоровье, в общем-то, не до наших проблем сейчас. Напомню, что в ноябре состоятся выборы в Америке. Почему-то мне кажется, что все-таки победит Трамп. Более яркая фигура. Что же будет с нами? Ничего с нами не будет, потому что президент Америки распоряжается, управляет всего 7, по-моему, человеками. Я не помню, 7 или 9. То есть, условно говоря, с кем он общается, кому он отдает распоряжение, это всем 9 человек в администрации. Причем каждый из этих людей является самодостаточной фигурой. То есть, он не может отдать распоряжение своему госсекретарю, да, и заставить его нарушить закон. Он наткнется на то, что тот ему будет объяснять закон. И если это будет антизаконно, то он просто не будет выполнять. Короче, он не может, как наш президент, попросить своего главу администрации Ложкина там, открыть офшорный счет в Панаме. Это будет невозможно просто. Там другие совершенно взаимоотношения, все протоколируется, все наблюдается спецслужбами. И в этом овальном кабинете фактически президент абсолютно прозрачен. Поэтому, когда там попадает человек на такую должность, он мало может изменить страну, немного подправить кое-какие законы в связи со своим мироощущением, скорее. То есть Трамп, скорее, будет таким проводником ярких событий и ярких воззрений самой элиты. То есть вот с чем у меня связано ожидание, что, в принципе, Клинтон, Хиллари, она немножко пресная. И вот ее пресная кампания, вот она так идет пресно. На самом деле, люди, часто находясь долго на вторых ролях, вот Клинтон всю жизнь была на вторых ролях. Первая леди там при Клинтоне, потом в штабе работал, потом госсекретарем уже при Обаме, и все время вторая. И таким людям часто кажется, что они могут в конце концов занять первое место и лучше справиться. Но вот когда они начинают сами вести кампанию, выясняется, что не все получается. А Трамп, наоборот, он с детства всегда был первое лицо, он всегда был паровозом для кампании Трамп. Люди просто иногда не понимают, что такое Трамп в Америке. Трамп в Америке, это вы в любой город въезжаете в Америке, вы найдете Трамп. Или это будет небоскреб, или это будет фешенебельное здание, или это целая череда зданий, как в Нью-Йорке. В общем-то, это может четко сказать, что фамилия сама Трамп, это ассоциация самой истории Америки. Вот наравне там с самыми видными миллиардерами. Ну, с Украиной проблема какая? О том, что он как-то свою позицию по поводу аннексии Крыма и Донбасса... Он ее почти не высказывает. Он ее не может высказывать. Он объяснил. Он говорит, меня часто там с Путиным что-то там дружбу я вожу. Говорит, он так и сказал, я с ним не знаком. Я с ним не встречался ни разу. Я не могу высказываться по поводу этого человека. Нравится он мне, не нравится. Это совершенно не имеет никакого значения. Потому что я его не знаю. Когда я с ним встречусь, у меня будет хоть какое-то представление. А на сегодняшний день это то, что я видел с телевизора по Путину. То же самое по Украине. Я думаю, что он скорее видел ее с телевизора. А то, что Трамп и сама Америка никогда не признают аннексию Крыма, никогда Англия не признает аннексию Крыма, это надо просто понять и не поддаваться на вот эти провокации, которые провоцирует часто сама Россия. Вот ей же выгодно, чтобы хоть какой-то президент ее поддержал. Раз
администрация президента Обамы ее не поддержит, а, соответственно, Клинтон, то они начинают мазать в этом Трампом. Что вот он нас там будет поддерживать, когда вот он придет. По сути, скорее это для внутреннего потребления и для Европы выбрасывается. А на самом деле Америка никогда не будет поддерживать Россию. В принципе, никогда. Это два разных мира, это два разных мировоззрения. Это вообще невозможно. Кроме того, вот я же дочь вывозил там под Нью-Йорк, для Нью-Йорка в пионерский лагерь. И там были дети, в том числе из России, несколько человек были, пару человек с Украины, и в основном американцы. Ну, американцы вообще про Украину говорят, а меня интересовало, а что говорят русские дети? Это же богатых родителей, раз про Россию. Они говорят, во всех семьях вот этих детей ненавидят Путина. Потому что они начинают финансово страдать. Страдают большие компании, страдают те компании, которые были аффилированы с газовыми этими гигантами. Потому что люди должны понять, особенно в России, если меня слушают в России, что Россия за вот эти два года после аннексии Крыма потеряла триллион ВВП. То есть немыслимая цифра вообще. Триллион. У них было, по-моему, 2,5 триллиона, а сейчас 1,5. И потеря продолжается. Я уже не говорю о том, что фонд благосостояния потерян. Там был там 80 или больше, а стал он сейчас 30. И у Путина уже предел самой экономики. И то, что Америка поставила задачу уничтожить этот режим экономически, не военным путем, ей буквально удалось. Вот та фраза, которую произнес Обама, если мы ее помним, 2 года назад, когда он сказал, Путин заплатит. Тогда мало кто обратил на это внимание, у нас была серия роликов по этому поводу. Мы показывали соотношение ВВП Америки 17 триллионов долларов и 2 триллиона с чем-то, это российский ВВП. Мы говорили, что это несоизмеримые цифры, что если такая страна сказала, что Путин заплатит и введут санкции, то разорение придет практически в каждый дом России. То, что сейчас происходит. Люди удивляются часто, что вот прошли выборы и объявили результаты, и что подавляющее большинство забрало «Единая Россия». Здесь удивляться не нужно, потому что обычно, если карлики отбрасывают такую большую тень, то страна движется к закату. То есть большая тень у карликов, когда солнце уже опустилось. И вот эти два кремлевских карлика, они уже отбрасывают такую тень в виде выборов, что они победоносно там победили чего-то. Это фактически уже крах. Потому что люди разуверились, и люди на самом деле их запугали, и они боятся. И вот этот страх обычно люди не прощают. Когда он развеивается, они понимают, что их пугали в течение там, 18 лет правления Путина, фактически они ругали, то есть пугали своих сограждан. То взрывами домов, то Чечней, то сейчас бандеровцами, то, в общем, каким-то традиционным пеплом. То есть сами передачи пугают все время россиян. И они вот этот страх не простят. Когда он высвободится, это будет колоссальная энергия, которая обрушится на голову вот этого правящей клики. Ну а все происходит потому, что их просто удушают экономически. Что, Полина, нам не звонят? Нам не звонят. Вот. Все внимательно слушают вас. Ага. Мы выходим в Перископ. Можно вопросы писать как на Фейсбуке, так и на Перископе. И можно звонить. Да. Ну какие еще темы там? Квартира Лещенко. Классная пресс-конференция была. Да, пресс-конференция была самая скоростная у Лещенко. Это говорит о том, что вот неготовности все-таки молодых политиков держать удар. А самое главное, вот проблема Лещенко. Я не считаю его нечестным человеком. Он эти деньги в какой-то степени заработал. Он писал статьи, он рискует жизнью. Он, наверняка ему угрожали первые лица страны, олигархию, когда он писал разоблачительные статьи. Но если бы Лещенко был до конца честен сам с собой, он, наверное, должен был бы выйти на пресс-конференцию и сказать, вы знаете, мы в этой стране все выкручиваемся, вот то, что делаю я. Мы все не платим налоги, мы все запутаны в этой системе. И выход из этого – изменить саму систему. Но, к сожалению, Лещенко выбрал позицию, когда он служит одному олигарху и не служит другому олигарху. То есть он как бы выбирает себе борцуновскую такую... И это вызывает, конечно, у нас звоночек, да? И это вызывает, безусловно, разочарование в нем, как в политике. Поэтому я вот до сих пор приглашаю Лещенко в наш эфир. И, возможно, он поймет, в конце концов, что такое
система 5-10, и почему она единственная выведет страну из нищеты. Прямая трансляция. Задавайте ваш вопрос. Добрый день. Да, здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, как повлияют выборы в России на украинскую политику и экономику, в частности, и чего ждать украинским предпринимателям? Да. Ну, никак. На сегодняшний день никак не повлияют выборы в Россию. Остается та же самая клика. Как им кажется, они укрепились. Но у меня есть ощущение какое-то, что это последний брачный танец Путина. И в какой-то степени он уже сам от себя устал. Там была одна реплика его, что меня так часто, он говорит, показывают, что мне надо уже запрещать на телевидении. Вот. И население от него устало. Во всяком случае, истеблишмент от него сильно устал в том плане, что вот через детей, то, что я в Америке слышал, они его уже сильно не любят, потому что связывают с ним свои неприятности. А для Украины ничего не меняется. Вы должны понять, что у нас разорваны серьезные отношения. И они продолжают рваться. Пожалуй, только у президента Порошенко хорошие отношения с Липецкой фабрикой. А самолеты между Москвой и Киевом не летают. Но что меня, например, радует для Украины, это то, что я летел с Франкфурта, и самолет был переполнен иностранцами. Они все летели в Киев. И где-то половина самолета летела транзитом. То есть они летели куда-то дальше. То есть киевский аэропорт, Борисполь, превращается в такой хаб. И он постепенно развивается. Это очень красивый, современный аэропорт. И если он будет развиваться как хаб, куда будут, знаете, как вот большие Боинги, летят трансатлантические перелеты, а со всех сторон свозят. То есть вот если для СНГ Бориспольский аэропорт станет хабом, наверное, такая задача стоит в какой-то степени, то это будет для нас очень хорошо. И в данной ситуации Москва может вывалиться из международных полетов постепенно. Потому что если дополнительные санкции еще введут, то, возможно, их самолеты не смогут никуда летать. Поэтому ничего не ждите от взаимоотношений с Россией. Единственное, что я жду, что с России рванут предприниматели в русскоязычный регион Киев. Потому что они, возможно, начнут сюда переводить свои капиталы. Для нас, киевлян, это будет здорово и выгодно. Вообще Киев растет. И численно, и финансово, и это видно по улицам. И он, конечно, становится очень свободным городом. Сегодня уже никто не реагирует даже на правительство. Вы на громкой связи задавайте вопрос. Геннадий Викторович, здравствуйте. У меня такой вопрос. Смотрел ваше выступление на конференции «Биткоин». Вы сказали, что это пирамида. И буквально вчера вы сказали, что нужно рассматривать новые виды инвестиций. И вплоть до биткоина. Значит ли это, что вы поменяли свое мнение о нем? И что на это повлияло? Смотрите, по поводу биткоина я не поменял особо мнение, но я посмотрел, как он колеблется, вот фактически вот у него такой прогиб был. То есть биткоином я немножко разобрался в том, что это такое, что их действительно начали некоторые банки признавать, ими делаются расчеты. Но надо помнить, что биткоинов там должно быть всего 21 миллион. Миллиард, неважно. Вот. Но что меня беспокоит с биткоином? Что на биткоине начинают строить пирамиды. То есть, что людям говорят? Что давайте соберемся много биткоинов, купим их, и они подорожают. И когда мы начали считать, к чему это приведет, и мы понимаем, что это чистые пирамиды и чистый развод людей. Те же самые люди, которые занимались МММ, которые занимались там Кайросом, которые занимались всевозможными пирамидами, они сейчас переключились на биткоины. И они устраивают эти конференции и стараются провести эти биткоин-конференции. Типа вот смотрите, работает валюта, и мы сейчас сможем ее поднять в цене, и на этом все вместе заработаем. А на самом деле будет идти чистый отбор денег. Поэтому вот осторожно. Если уже вы хотите купить биткоины, просто зайдите на то место, где они там продаются, по-моему, даже в Приватбанке они продаются, и купите себе биткоины. Но, по сути, оно вам ничего не даст. Это будет у вас дополнительная валюта, которая особо вам... На ней, короче, особо не заработает. Трудно предсказать, она будет расти или падать. Она будет, наверное, колебаться так же, как колеблется нефть, так же, как колеблется там золото, так же, как колеблются все остальные. Но с реализацией биткоина у вас точно возникнут проблемы. Еще один вопрос. Вы на громкой связи, задавайте вопрос. Геннадий Викторович, меня зовут Виктор. Чисто профессиональный вопрос по поводу стоимости жилья в Киеве. Будет ли
стоимость расти в ближайшее время? Ваш прогноз на год, на полгода, возможно, рекомендуете что-то? По недвижимости надо давать прогнозы на 6-7 лет. 6-7 лет она теперь будет непрерывного роста. Вот с сегодняшнего дня считайте, что вот начался рост, и он будет непрерывно идти 6-7 лет. Поэтому, если вы сейчас будете вкладывать недвижимость, что бы вы ни купили, вы не проиграете в долгосрочной перспективе, что бы вам ни говорили. Что происходит и на какую недвижимость стоит обратить внимание? Нагрузка на метр квадратный вырастает. То есть вместо квартир приходят офисы, вместо офисов приходят магазины, вместо больших магазинов очень концентрированные маленькие магазины и кафе. И в результате нагрузка на отдельный метр возрастает. Поэтому чем центрее вы будете брать недвижимость, тем больше вы выиграете. Потому что нагрузка геометрически отличается от того, что происходит на окраине, и от того, что происходит в центре. Вот сейчас недвижимость уже двинулась неплохо на окраинах, потому что на нее больше спрос, дешевую недвижимость люди ищут. Но уже через в течение года уже будут переключаться. Люди сейчас начали зарабатывать, накапливаются капиталы, и следующий уже этап и виток будет по недвижимости. Поэтому прогноз по недвижимости очень простой. В течение 6-7 лет она будет расти. Точно так, как она росла с 2002 года по 2008. Был непрерывный рост. На улице Шелковичной я привожу пример, что она выросла с 1000 долларов до 10 тысяч долларов. Во время кризиса она опустилась до 3000 долларов, а теперь отталкивайтесь с 3000 долларов. И по моим самым таким вот чисто арифметическим прогнозам, недвижимость может дойти здесь на Шелковичной и до 30 тысяч долларов. Никто не знает, какая задача будет стоять. Но если когда-то расселяли коммуналки, то сейчас расселяют уже, начинают расселять дома. Потому что здесь в основном 5-4-этажная застройка, и опросится 10-этажная. Поэтому, наверное, будут приходить крупные компании, будут расселять людей, и будут вместо этих домов или надстраивать, или еще что-то делать. А так в целом вся недвижимость будет расти, потому что, я говорил, идет рост экономики. Только не связывайте это с правительством. Никакого отношения правительство наше и президент не имеют к росту экономики. Наоборот, они имеют отрицательное влияние. Потому что если бы сейчас они уже сняли все ограничения по валюте, а они еще сохраняются, они только обещают их снять, если бы они начали снижать налоги, если бы они дали возможность свободно перемещаться товарам, деньгам и людям, то тогда бы рост экономики был бы более стремительный. А так экономика все равно преодолевает все их ограничения. Люди научились работать по-черному. Я вам советую работать по-черному. Я вам советую презирать фискалов. Буквально оскорблять. Потому что если человек пошел работать фискалом, он подонок. Потому что он прекрасно понимает, что закон выполнить нельзя. И он как подонок ведет себя и работает на подонковое государство. Поэтому ведите себя просто более свободно. Не обращайте внимания. Максимум, что вам будет, если вы работаете в черную. Но это конфискация там товара, который у вас там есть. Но меньше его держите. А так вообще, вы должны понять, что их слишком мало, чтобы нас всех контролировать. А предпринимателей становится все больше. Что посоветуете тем студентам, которые сейчас поступили и учатся на налоговиков? Ну, я им хочу посочувствовать. Я также их родителям хочу посочувствовать. Потому что многие предприниматели, бизнесмены посылают своих детей учиться на таможенника, на фискала. Они уродуют своих детей. Они вот уже с детства выращивают уродов. Потому что моральных уродов. Они попадают в эти фискальные службы. Они сразу становятся вот этими государственными винтиками. Безвольными, бесхарактерными. Выпускающими инструкцию вместо продукции. И, конечно же, я хочу только им посочувствовать. Это несчастные дети. И если у них есть возможность, они меня слушают, бегите из этих организаций. Ни в коем случае не учитесь. Вот я напомню, вот был такой ректор Мельник, да, которого за взятку взяли. Он возглавлял налоговую службу. Ну, налоговую академию в этом селе, как он там называется, Выжгороде или где-то. Вот. А курировал эту академию Азаров. Азаров выделял, он тогда налоговую возглавлял. Он выделял туда бешеные деньги. Они вместе воровали на выделение денег. Они построили прекрасную академию, эту налоговую. Но что они делают в этой налоговой академии? Уродуют детей. Потому что дети приходят, уже сразу сталкиваются, что надо Мельнику дать деньги. Их сразу приучают к тому, что берите и давайте деньги, а потом, когда вы выучитесь, вам будут давать деньги. Вот так у нас вырастает следующий слой казнокрадов. И, к сожалению, в этом участвуют в том числе
и предпринимателей. И мне вот обидно им надо говорить, что многие из них превратились в гуси-крадов. Есть казнократ, а есть гуси-крад, который обслуживает вот этого чиновника. Что хуже, что родители иногда и не только богатых, так, родители состоятельные своим детям, которые там могут уже квартиры, машины купить, отправляют их сюда. Еще родители часто нищие, которые отправляют детей учиться на налоговиков, чтобы те заработали себе на хорошее будущее. Может, да. Страшно. Так что вопрос, а не суждение? По поводу блокировок в Закарпатской области, в Ужгороде, владельцами автомобилей на иностранных номерах, там забастовка идет. Идет забастовка, везде бастуют, какая разница. Бурштин добывают, бастуют, блокировка с номерами. Это же не важно, в государстве начинают происходить неуправляемые процессы. Само государство не решает ни одной задачи, то есть оно все тупикует. Ну, затупикует этот вопрос. Ведь вопрос же не в этих иностранных номерах их появления. Да? Это законодательная, так сказать, брешь, куда ударили люди и начали перевозить машины. А государство все равно запрещает. Вместо того, чтобы снять пошлины. И вопрос решается автоматически. Никто не будет ездить на иностранных номерах, все будут нормально получать себе номера, потому что пошлин не будет. НДСа не будет на границе. Вот этим государство, к сожалению, занимается. Они заставляют каждые 5 дней... Владельца такой машины. Они еще будут придумывать, что заставлять. Я тебе скажу, ты об этом говоришь. А нас заставляют, например, я удивился. Недавно мне юрист сказал, что он носит отчеты в НАБУ. В антикоррупционное бюро. Партия. То есть наша партия отчитывается перед антикоррупционным бюро по подозрению в коррупции. То есть мы еще и в государстве не участвуем. Мы еще ничем не управляем. Но нам уже вставили отчет вот этому НАБУ. То есть, вот они насоздавали органов, теперь мы все будем туда ходить, отчитываться, пальцы сдавать, не знаю, там, им еще понадобится. Но на самом деле, это вот такие списки наших людей, которые перечислили деньги. Они нас заставляют писать туда, не просто, что человек перевел деньги, а мы должны записать фамилию, имя, отчество, где он живет, чем он занимается. Короче, все. И это не важно, это все стреноживает любую живую деятельность. То же самое с машинами. Что они возмущаться, что они завтра придумают. Но завтра они придумают один день ездить можно. А послезавтра еще что-то придумают. А потом надо где-нибудь на таможне установят правила, что всем ходить в день будем по одному пропускать. Но эффективны ли такие митинги, акции, когда блокируют полностью дорогу, что нельзя передвигаться? Если это влияет на... Будет ли реагировать власть? Лучше всего, конечно, сжигать эти таможенные пункты. Это тогда быстрее бы реагировали. Разбивать окна налоговые, это интереснее. А вот это блокирование, проблема наших людей, что мы и в работе мы часто используем методы, которые ухудшают нашу жизнь. Но это же метод непротивления, то, чему вы учите. Вот мирное... Метод непротивления, хороший метод непротивления. И даже рекомендую почитать книгу Шарпа, где 198 методов непротивления есть. Там еще есть много. Если хорошенько подумать, еще можно много придумать методов непротивления. Но я говорю, что какой вопрос они решат при помощи этой акции? Они хотят привлечь внимание. Привлекли внимание, им сняли, они теперь будут не 5 дней ездить, а 5 месяцев. Как это решает проблему? Ровным как? Никак. Потому что завтра они могут сказать, чтобы ГАИ останавливал их, или это дорожная полиция по какому-то там, по проверке номеров. А послезавтра они еще что-то скажут. То есть это не важно. Важно, что государство, государственный механизм сейчас работает так, что вот где-то что-то прорвалось, то есть свободное, надо его обложить и налогами, и отчетами, и всем остальным. В этом проблема, в самой порочности существования государства. Если бы эти же люди делали это все под эгидой какой-то партии и становились политическим движением, вот это власти было бы более опасно. А так, ну, если будут сильно обостряться, разрешат. А если не будет сильно, и они разойдутся, то и не разрешат. Но вопрос, ничего не решается в результате этого. В государстве в целом. Что завтра могут запретить, не знаю, автомобили свыше 3 литров. Или еще что. Или все черные автомобили запретят водителей за дополнительную плату. Ну, государство так устроено, что оно, вот где идет поток, оно на самом деле вот там вот и старается поставить свои барьеры. Ну что там? Так. Все сидят молча. У меня такие помощники, я просто в шоке, конечно. По поводу полиции. Не сформировать вопросов, ничего. По
поводу остановок полиции уже ввели месячник полиции. Ну вот кто тебя слышит? Вот ты там сидишь. Слышу. Как тебя слышат? Ну давай. Нам напишут. Уже ввели месячник полиции. Чтобы... Я вам прокомментирую, что Орлов сейчас просто лежит. И так лежа задает так, вот месячник какой-то полиции. А ведь я вам вчера говорил о том, что подготовьтесь, должна быть череда вопросов. Те вопросы, которые по телевидению обсуждаются, вот эти должны звучать вопросы. Потому что на самом деле наш народ реагирует на телевизор. И у него в голове этот телевизор сидит. И задача нашей передачи – это вытащить этот телевизор из головы. Вот Гонопольщину вытащить из головы. Вот что он там обсуждает, там Киселевщину вытащить из головы, Рабиновщину существу эту вытащить из головы, там 112 канал, что там про бюджет все время, а как стать бюджет, главный вопрос. Когда Пинзенеку задают вопрос, 15-й год ему задают один вопрос, как бюджет? Ну как бюджет? Я обеспокоен, что 3% дефицит, а по моим подсчетам 4%. Вот 15 лет ответ Пинзенека. Не задавайте вопрос, возьмите прошлую передачу прошлого года, примерно этого же самого, и возьмите то интервью. А потом возьмите следующий, и будет все 15 лет одно и то же. Как вот этот форум прошел ЕС, 13 лет бесполезных форумов проводит фонд Пинчука. Вот казалось бы, богатые люди, вроде бы умные, бегают по всему миру, судятся в Лондоне с Коломойским, Кучма этот мудрый. Все они вроде бы разумные люди. Собираются и скучно смотрят, слушают и понимают, что ничего происходить не будет. В прошлом году Рьяна Ярейска там выступала. Где теперь Ярейска? Абрамаучес был звездой. Где теперь Абрамаучес? По какому принципу они подбирают этих людей? Почему они пригласили Спейси, голливудскую звезду? Ну вот что он может сказать на экономическом форуме? Человек, который признается, он говорит, я же лицедей, я, ну, актер. Все. Не политик, не комментатор какой-то, актер. Звезда актерского искусства. Вопрос, что он делает на экономическом форуме, еще с названием таким, как Ялта? Ну, раньше он в Ялте проходил. Не, это объяснение я знаю. Какое отношение оно к Киеву имеет? Ну, бренд создали, ЕС, красивый. Ну, ЕС хорошо, но Ялта здесь причем. А Ялта это уже просто позорище. Вас не пускают в Ялту, ребята. Вы доиграли свои миллиарды. Вас в Ялту не пускают, в Симферополь не пускают. Вас не пускают через Чангар. Вы не можете туда полететь, съездить, провести свой форум экономический. Ничего не можете. Вас выгнали. Элиту выгнали оттуда. Вы потеряли страну, потому что разорили этих крымчан. Они были недовольны, безусловно. Они вот сделали свой какой-то выбор. Выгнали, ничего тут не поделать. А Россия воспользовалась, аннексировала. Но это ж позор не для народа, а для элиты. Mm-hmm. Поэтому хотя бы не называйтесь Ялта уже. Это уже не ваше название. Но они же собираются это, чтобы привлечь внимание там, всемирного, общественности. Должно же это хоть какую-то пользу принести стране. К своей дуре привлечь. Вот народ приезжает, вот в прошлом году был знаменитый экономист Лафер. Он выступил, он сказал, что из вашей страны можно сделать конфетку. Да. И я как экономист с мировым именем, знаменитая кривая Лафера, и он говорит, я как экономист вам рекомендую снимать налоги, открывать границы, убирать пошлины, короче, перечисляет программу партии 5-10 и говорит, обращается это к казнокрадам. Ярейска тут же выступает, говорит, я беру его себе в советники. Он спокойно уезжает в Америку, и на этом все заканчивается. Да. А Ярейска вылетает из этого, принимая бюджет на старой налоговой основе. Как и сейчас, на старой налоговой основе. Президенту задают вопрос, английский бизнесмен говорит, ну а чем Украина привлекательна для нас, английских бизнесменов? Он говорит, перечисляет тут чуть ли не до слова, как он там говорит, ну, во-первых, у нас реформы судебные, во-вторых, полиция у нас реформы, в-третьих, это то место, куда надо вкладывать деньги, здесь и сейчас, и вся привлекательность на этом закончилась, потому что привлекательно он ничего не сказал. Ну, что бы сказала партия 5-10? Ну, если у нас законодательство системы 5-10,
то, ребята, в нашей стране вы не будете платить налогов, вы можете здесь открыть штаб-квартиру своей компании, вы можете здесь купить землю, вы можете здесь строить, что хотите, вы можете заниматься бизнесом и будете платить только 5% с продаж. Все. И вот тогда очередь из инвесторов, я, пожалуй, выстроится со всего мира. Как вы считаете, при системе 5-10, какие должны приехать инвесторы, с какими деньгами? Это миллион должен быть. Корпорация. Миллион. Хорошие инвестиции – это большие инвестиции. Это прежде всего, и весь мир разворачивается как на корпоративном бизнесе. Вот штаб-квартиры крупнейших корпораций, желательно, чтобы здесь открывались. Это мы говорим о таких как гигантах, которые в состоянии там, войти в страну и закачать сюда миллиард. Ну, на самом деле, есть. Крупные корпорации, ну, Coca-Cola, там, General Motors, там, другие. Они могут сюда поехать открывать. Они-то здесь уже есть, но тем не менее. Нет, это не штаб-квартиры. Когда они переносят свои штаб-квартиры, тогда у них налоговая юрисдикция переносится. Тогда у них совершенно другой подход. Ну, вот и Ирландия сейчас... А именно размещение самого управления компании здесь, да? Вот сейчас за это борются Ирландия и Швейцария. Кантонцу. Ну, вот они все время снижением налогового, корпоративного налога, они все время заманивают к себе. В Ирландии за год ВВП увеличился на 25%. И продолжает увеличиться. Беднейшая страна 20 лет назад убрала налоги, оставила 10% и пошла вверх. А как вы считаете, вот вернемся к Крыму, Америка, Англия не признают выборы результатов по Крыму в Государственную Думу? Россия, Единая Россия набирает 76%. И, в принципе, все результаты можно было предугадать. Как вы считаете, почему нет изменений никаких вот, в демократическую сторону? Также не прошли там Яблоко, Парнас там, и так далее. Опять же, ну, во-первых, страна закрывается. Яблоко крайне симпатичная партия для народа в виде Явлинского. Партия Парнас, я вообще не понимаю, откуда они взяли это название. То есть, неспособность построить четкую модель идеологическую, которую бы люди поняли и повторяли, передавали друг другу. Ведь у Парнаса довольно-таки большое финансирование. У них вот этот вот Паша 2%, который у них возглавляет, как его, бывший премьер-министр, кличка была Паша 2%. Вот его понимание, вот так надо строить партию. Ну, абсолютно проигрышный вариант. То есть они не сеют движение. Вот что мы делаем? Ведь нас тоже по телевизору не показывают, как их. Но движение 5-10 начинает передаваться из уст в уста. Потому что люди поняли эти 12, там, 10 тезисов партии. Начинают рассказывать друг другу, что это возможно. И на этом мы строим свое движение. А Парнас при огромном финансировании, да, ему не давали возможности особо выступать, но ему и сказать-то нечего было. По большому счету, что может быть бывший Касьянов, бывший премьер-министр России, у которого кличка была Паша 2%, сказать людям, что уберите этих казнокрадов, давайте я буду казнокрадить. Суть-то государства не была поставлена под сомнение. Вот что делает партия 5-10 четко. Мы ставим под сомнение всю суть воровского государства. Что это постсоветское государство, которое нужно заменить на нормальное неолибертарианское государство 21 века. И вот на этом мы строим свою позицию. А на чем строит Парнас, когда даже мы вчера там подняли, а что такое Парнас? Оказывается, это место, где собираются музы, поэты. Вот они и проиграли. Поэтому не родилось там такого движения, которое было бы популярно среди народа. И может поэтому там в России более-менее даже партия 5-10 из уст в уста передает, что в Украине такое есть. Потому что она понятна, она ясна, ее идеология понятна. В России, в принципе, есть определенные интересы партии 5-10. Да, да, даже говорят, есть наклейки. И наклейки есть, и в США также есть, и фотографии. В Фейсбуке можно посмотреть все это. Наклейки это опасно в России, потому что у вас же уголовное дело завели. Да, это же не играет, к наклейкам это не относится. Вы на громкой связи, задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Тем более, как выяснилось, тот, кто заводил уголовное дело, уже снял со своей должности. Да, да, вы на громкой связи, задавайте вопрос. Геннадий Викторович, здравствуйте, это Вячеслав Днепропетровск. Да. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что за человек Рабинович? Рабинович человек, я называю его
ну, как политика, как человек, я не буду его характеризовать, в силу того, что я с ним знаком. Но как политическое явление я могу вам охарактеризовать абсолютный. Ну, я его называю, и вам станет понятно тогда, что это по риторике чистый сын Тимошенко и Ляшко. За все хорошее против всего плохого. Вот это вот идеально ему подходит. Потому что даже издевательская вот эта вот, у него была партия «Центр» называлась. Я никак не мог добиться, что такое партия «Центр» и к чему она призывает. К центру, всех к центру. А сейчас он вместе с Мураевым создали партию «За життя». Ну, во-первых, это переводится «лыхарь». Ну, то есть, первое. Второе, опять, чем отличается «За життя» от «Центра»? Ровным счетом ничем. Ну и третье, бэкграунд, потому что Мураев со своим каналом, Ньюсваном, и вы увидите по ведущим, Киселев там, там же этот Ганопольский, там Анна Герман, там Червоненко, там, ну, в общем, казнократно казнокраде вчерашние и казнократом погоняют. Они все недовольны нынешней властью. И Рабинович среди них звезда. Вот. Хорошо, быстро говорящий, быстро думающий человек, но абсолютно без какой-либо даже намека на идеологию. Подворовывает идеи. Вот, наверное, вы слышали его какие-то высказывания, когда он подворовал немножко идей с партии 5-10. 5-10 он не упоминает, Балашова не упоминает, но наши несколько тезисов он повторяет. Также повторяет другие популистские лозунги. Ну, например, как это вот у них получается? Надо снизить тарифы, сохранить мораторий на землю, и мы либертарианцы. То есть не получается у них это. Да, я еще насчет бэкграунда. Что такое Ньюс Ван, вы должны понимать. Вот там они все скопились не случайно. Потому что Азаров и сын Азарова, они действуют. Они дают деньги на этот канал. Они его финансируют, они его готовят к выборам. И раскручивают вот это «За життя» для того, чтобы усадить туда несколько казнократиков старых. И как-то протолкнуть. Лично, возможно, они не будут участвовать. Но каких-то подсадных уток, я их называю люди-паспорта, возникнут какие-то новые лица за життя, ну, новые вообще чистые, одухотворенные, может даже чуть ли не студенты. Ну и среди них будут вот блистать вот эти ребята, типа Рабиновича и Мураева. Печально на это смотреть, как человек на старости лет портит свой же собственный имидж. Создает и портит на короткие дистанции. Поэтому мое отношение к таким, как Рабинович, такое же отношение, как к Ляшко, Тимошенко и прочим людям, которым, в общем, начхать на вас, им самое главное пропиариться. Вот вся их задача. Они не решают, я же говорю, что в стране, к сожалению, ни одна фракция не решает, и ни одна партия не решает, не поставила задачу. То есть вот мы хотим добиться вот этого, как партия 5-10. Мы хотим, чтобы у нас было типа Сингапур. Мы говорим от этого. Непопулярное, мы говорим. Снятие моратория на землю. Ну, среди большинства колхозников это очень непопулярно. Мы за продажу всех госпредприятий. Ну, спросите у народа. Они начнут одурманенные телевизором защищать ее госпредприятия. Хотя они являются рассадником коррупции. Вот интересно даже наблюдать на людей, которые, казалось бы, осведомлены. Там вот есть такой Миха, анархист. Он забавно пишет, я даже на него подписан, читаю. Вот он говорит, нельзя продавать одесский припортовый, потому что этот завод в год приносит, это он пишет у себя на странице, в год приносит больше, чем они собираются выручить от его продажи. Но я пишу вопрос, а сколько он приносит в год? Ну, достаточно же открыть ведомости, которые открыто опубликованы, где написано, что в прошлом году там были убытки 450 миллионов гривен. В этом году убытки добавились еще 250 миллионов. То есть ни о какой прибыльности там не идет. Это не значит, что он не прибыльный. Это значит, что казнокрады, которые сидят на этом заводе, его директор, его вся служба, а также компании, которые вокруг нее выдаивают этот завод сейчас бесплатно. И именно они сопротивляются, чтобы его продали. У нас же нет проблем с Криворожским металлургическим заводом. Вот Миттлс выкупил. Кстати, завод остался на месте. С Кривого Рога он никуда не переехал. Люди получают приличную зарплату. Но его выкупил миллиардер. И в бюджет тогда поступили хотя бы деньги. Поэтому партия 5-10 стоит полностью за продажу всех госпредприятий. И это базовое. Вы должны понять, что пока существуют госпредприятия,
существует коррупция. Потому что вопрос надо ставить следующим образом. Назовите мне хоть одно государственное предприятие без коррупции. Они все убыточные, причем. Они все убыточные. Они все убыточные, потому что их растаскивают на запчасти, потому что оно ничье. Вот мое предприятие, оно не может быть убыточное, потому что я сам слежу за всем своим имуществом. А в госпредприятии никто не следит. А как правило, многие госпредприятия – это монополии. Вот Онищенко убежал с деньгами Укргазодобычи, да? Вот, кстати, развею миф вам по поводу IT. Когда говорят, что у нас IT очень много дает. А на самом деле IT-компании сейчас используются. И продажа, перепродажа этого программного обеспечения казнокрадами. Госпредприятие заключает бешеный договор с какой-то маленькой IT-шной компанией. Цены там 60 миллионов, может быть, 100 миллионов. Программное обеспечение по управлению Укргазодобычей. Вот там утки нагоняли, были обыски. Все же связано с этим. Ему программу какую-то немыслимую заказали, которую они то ли сделали, то ли не сделали. Но так отмывается на всех госкомпаниях через вот такие вот программы. И складывается впечатление, что у нас развивается IT. Ну, потому что все программы у нас называются IT. А к IT это никакого отношения не имеет. Это чистый отмыв денег. Все облгазы заказали программы по 50 миллионов. Все поставляющие компании, все атомные станции, все заказали себе IT-программы. А нам подают, что это вот развитие, мы на первом месте. Конечно, мы на первом месте, потому что мы туда денег списываем. Прямо в офшор на IT-компании. Вот мы с вами последние несколько месяцев не говорили о Савченко, но вот сейчас в Украине такой идолопад происходит. Савченко уже все, ушла, ее все забыли. Ну, Шари, вчера я посмотрел даже это забавное видео, там, где Савченко разговаривает в полупьяном виде с Шарием. Ну, я так напомню, что у Шария 850 тысяч подписчиков. И вот кто уж ее стер, так Шари ее дотер. Вот вчера это состоялось, потому что вышло это интервью. В конце даже ее сестра подсела тоже в полупьяном виде. В какой-то квартире они там это самое. И они вот это гогочут, как, не знаю, то есть явно не депутаты. То есть Савченко как депутат, я ее депутатом не считаю. Женщина-гопник. Это какое-то чудо вперед. Но также сейчас Лещенко, Залещук абсолютно стерто доверие. Ну, не абсолютно, но что... потертые, может быть, осознают, может быть, они переместятся в другой спектр. Но в какой-то степени они тоже заблудились и стали заложниками вот этих вот компаний грантовых. Потому что, когда они берут грант какой-то, там четко написано, какие темы они должны поднимать. Потому что они их сами заявляют, им под это дают грант. И они их держатся. То есть у них нет свободы выбора. Вот если они сейчас осознают, что пора принимать решения и проводить черту между прошлым опытом грантоеда и становиться политическим деятелем, выбирать свое политическое движение, не так, как они выбирают. Вот мы обсуждали с Сергеем, как, а почему они были у Саакашвили все вот в этих форумах, рук за очищение, а потом все вдруг убежали. А оказывается, у них не было плана Б. У них был план А, это выборы. Всем лечь под Саакашвили, пройти в парламент, а там обратно заниматься антикоррупционной борьбой. А выборы не состоялись, и партия не нужна. И рук за очищение не нужен. Плана Б нет. Все уже затихло. Да, вот для меня проигрыш на выборах не играть никакой роли. Ну, мы продолжаем агитировать, да, вовлекать в это самое, агитировать, рассказывать про систему 5-10, вовлекая все больше и больше людей. А они же ни за что не агитируют. Вот они говорят, надо разоблачить всех коррупционеров. Ну, дело в том, что я сразу говорю, 3500 госпредприятий, 3500 коррупционеров. Их бухгалтеров, их плановых отделов и окружения. В этом звонок. Последний звонок. Мы будем передачи по часу вести. Выключите, пожалуйста, звук. Алло, выключите звук передачи, пожалуйста. Алло. Технические неполадки. Выключите звук. Сейчас бывший фискал Сергей Клименко раскручивает свою партию «Успешная Украина». Как вы думаете, там очень большие деньги вбиваются в проведение форумов и так далее. Ну и бьют везде. Этого проекта хватит. И хватит до тех пор, пока людям не надоест получать по голове. Потому что где они не соберутся, у них драки. А собираются, вот насколько я знаю, вот обычно собираются, это бывшие налоговики. То, с чего мы начали. Это вот явное презрение к налоговикам, потерявшим должность. То есть, если раньше им кланялись, то сейчас их бьют. Люди хотят себе вернуть свою. Они хотят вернуться в налоговую. Клименко дает деньги, у него есть тут распорядители этих финансов. Украл он очень много.
И я не понимаю, зачем это ему надо. Как и регионалов не понимаю, зачем им надо возвращаться. Что они хотят? Может, то есть их страна ненавидит. Может, это единственная страна, где они в принципе в своей жизни смогут что-то хоть это, реализовать? Тут ты совершенно права. Это единственная страна, где они хоть как-то реализовались. Потому что в тех странах они ни бизнес нормально не откроют. Они везде будут поражены социальным статусом. То есть они везде будут ниже плинтуса во всех странах. И везде у них клеймо на лбу для всех органов, которые окружают, с кем бы они ни взаимодействовали, что они воры. От них будут брать деньги, им будут улыбаться. Но для всех стран они воры. Даже в России, в которой они сидят, они воры в России. И чего вот они боятся в России? Что вот произойдет этот переворот, и новая власть может начать выдавать этих всех беглых наших аристократов вчерашних. Печальная участь этих несчастных людей. Достаточно посмотреть было, что они все бурые себе отпускают. Да, задавайте ваш вопрос. Вы на группе связи. Да. Да, задавайте ваш вопрос. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот мне... Алло. Слушай, надо все-таки спикер вопрос, задавайте ваш. Да, задавайте ваш вопрос. Добрый день, меня интересует, как мы сможем наша партия проломать хребет этим бандитам и коррупции, которые уже сидит 25 лет у власти. То есть наша партия не может изменить, выключи его. Как наша партия сможет сломать хребет всей этой коррупции, которая сидит 25 лет? А ломать не надо. Надо, во-первых, некоторые люди все-таки понимают, что это надо делать. Дело не в ломать, а дело в отменять. Вот всегда привожу пример. Ну, есть коррупционное министерство сельского хозяйства. Но не будет министерства сельского хозяйства и не будет коррупции. Ведь достаточно повесить амбарный замок на это здание и продать это здание. И все, не будет. Если у нас государство не будет заниматься продажей газа, у нас не будет коррупции в газовом хозяйстве. У нас любая компания западная, наша, будет приходить на рынок и продавать. Если у нас, я даже приводил пример, он мне нравится, потому что если бы у нас появилось министерство по продаже лифчиков, я уверен, у нас бы не хватало лифчиков. И они были бы страшно дороги. Потому что если бы это была государственная корпорация, она бы взяла бы себе монополию на поставку этих лифчиков, и все, и женщины остались бы без украшений. Так что на этой бравурной ноте мы заканчиваем наш первый раз. Почитаю ваши отзывы. Не все у нас гладко со звуком, прошу наладить, но, как всегда, одни и те же люди все портят. Ну, мы будем завтра еще раз.